Russia, Artem Azarian, Armenia, report on their aid. Одна восьмая финала.
Владимир Арбанов, Республика Бурятия. Тимур Николаев, Республика Саха-Якутия. On Man A, A now starting the last 16 matches in weight category under 70 kilos. Владимир Арбанов, Бурятия, Russia. Тимур Николаев, Якутия, Russia. Report on Man A. Маргарита Рамазанова, победитель мемориала Салковского 2018 года, чемпион мира среди военнослужащих. Синим трико борется Матвей Якумаскин, город Новосибирск. 22 года спортсмен, спортивный клуб «Олимп», 9 лет занимается борьбой. Тренеры Владимир Жолобов, Магомед Гаджиев. Матвей, призер чемпионата России среди военнослужащих.